Друзья, привет! Ну что, закончился сезон отпусков и пора идти тренироваться. Поэтому наш сегодняшний ролик мы посвящаем тем, кто решил идти заниматься, и они не знают, какие же спортивные добавки нужно им приобрести в магазине для того, чтобы добиться желаемого результата. Мы выделили три категории спортивных добавок или вида спортивных добавок, которые нужны для людей, пришедших в зал. А именно, это люди, которые приходят с целью набрать мышечную массу. Это их полка, скажем так. Для людей, которые хотят похудеть. И для людей, которых, в принципе, все устраивает, они хорошо выглядят, но они хотят просто поддерживать себя в том виде, в котором они есть в данный момент. Вот это их категория спортивного питания. Теперь разберем конкретно, что для кого нужно и что мы рекомендуем, в частности. Значит, если ваша задача набрать мышечную массу, какие добавки мы вам рекомендуем? Ну, конечно же, первое – это гейнер. Гейнер мы советуем принимать как мужчинам, так и женщинам. В основном это люди такого худенького телосложения, которые приходят в зал, хотят быть похожим на Арнольда Шварценеггера. И как раз для таких людей оптимальный вариант – это гейнер. Почему гейнер? Потому что он помимо протеина, помимо каких-то комплексов витаминов, содержит еще хорошее содержание углеводов. Именно углеводы, да, вместе с белком способствуют тому, что вы быстро набираете общую массу тела. Вот. Дальше. Что касается веществ, которые помогают этим же углеводам и белкам усваиваться, это, конечно, витамины. Витамины представлены как для мужчин, так и для женщин. Их очень большой выбор. Мы рекомендуем витамины со средним содержанием витаминов с акцентом на группу В. Потому что именно группа В, да, позволяет нам набирать вес, становиться мощнее, наши мышцы становятся больше. Вот. То есть витамины, еще раз повторюсь, для мужчин, витамины для женщин. Конечно же, креатин. Всеми любимая добавка креатин, его все любят. Я уже говорил в предыдущем ролике, много рассказывал о нем, вы посмотрите, как что принимать. Но креатин – это именно та добавка, которая способствует явно выраженному набору веса. Поэтому, пожалуйста, вот ваш набор. Хотите набрать, хотите быть как большой Арни – это ваш сектор. Второе. Что касается снижения массы тела. Все приходят, летом отъелись немножко, нужно сжигать жиры. Какие же добавки помогут нам убрать вот этот вот жир на животе, на ягодицах? Это добавки характера какого? То есть жиросжигатели. Да? Все любят жиросжигатели. Они есть у нас липотропные, есть термогенные. Да? Что касается липотропных сжигателей, то есть они в основном представлены в виде L-карнитина. Опять же, L-карнитин, он есть и в таблетированной форме, и в жидкой форме, и в капсулах. Это на ваш выбор. Он рабочий. Это факт. Что касается L-карнитина, опять же, мужчинам, женщинам, неважно, принимать абсолютно всем. Эта добавка действительно помогает сжигать жир. Единственный момент, что, конечно, обращайте внимание, если касается термогенных сжигателей, если есть какие-то проблемы с сердцем или с давлением, проконсультируйтесь у витаманов, да, у их консультантов, какие они порекомендуют вам в зависимости от вашего, от вашей проблемы, да, или сложности сжигателей. Вот. Дальше, что касается вкусняшек, которые можно принимать при соблюдении диеты, а именно диету и надо соблюдать, не надо надеяться, что только спортивное питание сделает вас поджаром. Диета – это первое. Это, конечно же, сывороточный изолят. Почему изолят? Потому что он максимально очищен от всех веществ, которые будут способствовать задержке жидкости в организме. Поэтому изолят – это именно та добавка, которая будет и вкусна, и полезна в том случае, если вы снижаете массу тела. Вот. Еще очень немаловажно, и на мой взгляд, это одна из самых таких важных добавок, когда вы снижаете массу тела, это добавки в виде омега-3. То есть это такие самые полезные жиры для нас, которые, не пугайте слово жиры, потому что особенно когда женщинам начинаешь рекомендовать омегу-3, они слышат слово жиры, все, у них начинается истерика, а как же, какие жиры, я же стану толстой. Толстой вы не станете от омеги-3, это, наверное, один из немногих видов жиров, от которых человек худеет, как бы, да, вроде бы так, принимая жиры, но худеет. Это действительно вещество, которое уже проверено, и все прекрасно знают, что когда мы соблюдаем
диету, сил нету, мозг не так работает, вообще ничего не работает, такое состояние сонливое, тонуса нет. Омега-3 позволяет справиться с данным недугом, скажем так, при диете, поэтому очень хорошая штука, и гормональная система в порядке, и общий жизненный тонус будет на высоте. Поэтому всем рекомендуем абсолютно, опять же, мужчина, женщина, неважно, омега-3 – это очень хорошая штука. Есть. Это что касается сжигания жира. Ну и третья категория – это для людей, конечно, таких видео мало, которых все устраивает. В основном всех все не устраивает, или толстый, или худой. Но в общем, есть такие люди, которые добились определенного результата, и как бы их все устраивает, они хотят просто быть в форме, не худеть, не поправляться, все хорошо. Что мы рекомендуем им? Ну, основной, конечно, это всеми любимый или сывороточный протеин, да, или многокомпонентный, который там пьется на ночь, к примеру. Сывороточный протеин, он такой не такой концентрированный, а вот что касается вот казеина, да еще и с молочком, да еще и на ночь. Ой, встаете утром, мышцы огромные, отличный тонус, поэтому выбирайте по вкусу. Сыворотка пьется там днем после тренировки, казеин на ночь, то, что нужно. Вот, дальше, что касается всеми любимых БЦАшек, ну, без них быть красивым, с мускулистым телом, это сложно. Поэтому БЦАшки – это всеми известная и любимая добавка, одна из самых лучших для того, чтобы быть в тонусе, для того, чтобы было желание тренироваться. Вот, поэтому рекомендуем в обязательном порядке для любителей стабильного, скажем так, тела, если в них все хорошо, вот БЦА. Как принимать, вы уже, я думаю, посмотрели в наших предыдущих роликах, поэтому смотрите, если не посмотрели. И, конечно же, витамины. То есть витамины, мало того, что они абсолютно всем рекомендуются, да, но я уже говорил выше, что все зависит от вашей цели, потому что витамины есть разных дозировок. В данном случае представлены витамины, они со средней дозировкой для среднего такого, скажем так, посетителя тренажерного зала, поэтому витамины это в обязательном порядке. Ну что, друзья, вот мы, в принципе, выделили три основных комплекса, которые рационально и оптимально подойдут для достижения ваших целей. Поэтому, покупая абонемент в тренажерный зал, в обязательном порядке я, как тренер, рекомендую и своим клиентам, и вам в частности, приобретать тот вид продукции, который соответствует вашей цели. И в конце хотелось бы сказать, что если вы не знаете, как что правильно принимать, подписывайтесь на канал Витаман. А если вас интересует, как правильно тренироваться и организовать в целом свой тренировочный процесс, подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего!